Привет! В этом видео кратко и без лишней воды расскажу тебе, как можно получить выгоду в 36%, покупая на AliExpress, то есть сэкономить 36% от цены любого товара на Али. Все законно и очень просто. Привет, меня зовут Арсений, и ты на канале Игроман. Поехали! Итак, все важные ссылки для вашего удобства я оставлю в описании. Так как Али это по сути посредник между китайскими продавцами и нами, то есть покупателями, все цены на сайте изначально указываются в долларах. Но так как мы с вами пользователи из России, для нашего удобства Али сразу отображает цену в рублях, конвертируя по внутреннему курсу. Как узнать этот курс? На самом деле способ очень простой. Нужно всего лишь поменять валюту отображения с рублей на доллары. Для этого в шапке сайт нажимаем на раздел с флагом, городом или страной и в поле валюта выбираем USD, то есть доллар. Нажимаем сохранить. Теперь все цены отображаются в долларах. Именно такие цены указывают продавцы на Али. Чтобы рассчитать текущий курс конвертации AliExpress, можно запомнить цену в долларах, а далее изменить цену обратно на рубли. Делим цену в рублях на цену в долларах и получаем текущий курс конвертации на Али. Я же упростил вам задачу и нашел условный товар, который всегда стоит ровно 1 доллар. Ссылку оставил в описании, по этому товару можете узнать курс Али на данный момент. Удивительно, но ребята из Киви банка или же Киви кошелька, кому как удобнее, имеют куда более привлекательный курс, который на момент записи этого видео выгоднее курса Али на 15-36%. Да, выгода колеблется каждый день, так как и Али, и Киви ежедневно обновляют курс. Но в любом случае, курс Киви значительно более привлекательный. Если кратко обобщить всю вышеизложенную информацию, то получаем ситуацию, при которой Киви конвертирует на 36% выгоднее рубль к доллару, чем AliExpress. По крайней мере, такая разница курса валют на момент записи этого видео. И что же мы делаем? Правильно, в способе оплаты товара выбираем пункт «Оплата картой РФ» или «Киви», а далее вводим номер своего Киви кошелька, который нужно предварительно пополнить. Сразу оговорюсь, что регистрация в Киви очень легкая, ведь по сути нужен лишь номер телефона, а пополнение Киви кошелька с банковской карты можно осуществить с комиссией всего лишь 1% до 2000 рублей, а от 2000 и больше и вовсе без комиссии. То есть вы просто меняете способ оплаты и экономите на покупках Али от 15 и до 30 6% на разнице курса. Ну разве не сказка? Ну а теперь несколько наглядных примеров. Возьмем всеми любимую FL680, которую до кризиса можно было купить за плюс-минус 7000 рублей. На 7 апреля 2022 года эта клавиатура продается по цене 11500 рублей, когда 7 числа эту же клавиатуру с Али можно купить за 7700 рублей, совершив платеж через Киви. Согласитесь, разница в почти 3000 вечно деревянных звучит очень убедительно. И так с абсолютно любым товаром. Неважно, стоит он 1 доллар, 100 или 1000. Оплачивать через Киви получается значительно выгоднее, что я вам и рекомендую делать. И нет, Киви мне не платили, у них действительно просто лучший курс. Вот и весь секрет. В итоге при оплате с Киви кошелька вы можете сэкономить значительно, вплоть до 36%. Но лучшая поддержка этого канала это твой лайк и подписка. Меня по-прежнему зовут Арсений, ты был на канале Игроман. Покупай правильные и проверенные игровые девайсы по выгодной и актуальной цене. Увидимся в следующем видео. Пока!